Что такое стратификация семян, для каких культур она нужна и как легко ее провести? Стратификация – это пробуждение семян из глубокого сна, например, таких как лаванды, примула, адониса, дельфиниумы и аквилегии, которые в диком виде растут на территории, где бывает зима. При стратификации семена должны подвергаться одновременно холоду и влаге, поэтому редкие и дорогие семена удобнее всего посеять сразу в торфяные таблетки, засыпать вермикулитом, полить хорошо водой и убрать в холодильник. Если у вас есть место в холодильнике и семена, которых очень много, то посеять их можно прямо на поверхность грунта. Главное хорошо его уплотнить, разложить и увлажнить, убрать в холодильник на один месяц. А если семян много, а места в холодильнике мало, то семена можно засыпать в какой-нибудь пакетик, насыпать туда вермикулита или перлита, прям раза в три больше, чем семян, хорошо увлажнить водой, закрыть пакетик и убрать на дверку холодильника на один месяц. Это тоже стратификация.